Сегодня конкурс на водительское мастерство. Участники – это водители мусоровоза. Конкурс у нас приурочен к Дню автомобилиста. Вот, выбираем лучших из лучших в своей профессии. Это 15-е юбилейные соревнования у нас. В течение 15 лет мы проводим. Это уже как хорошая традиция сложилась у нас, когда мы привлекаем не только наших сотрудников, но и также операторов по транспортированию со всего города. Я работаю на спецавтобазе с 17 года. Я в этих соревнованиях участвовал уже 3 раза. Сегодня, да, получается 3-й раз. В нашей работе самое сложное – это проезды во дворах. И, по-моему, все. Как бы, ну, практически каждая смена на некоторые места приходится ездить по 2-3 раза, чтобы люди остались довольны, что мы выездили. Расскажите, пожалуйста, что самое трудное было сегодня вот на этих соревнованиях? Честно? Да. Самое трудное – ничего, а так участие – бомба. Спасибо.